Да, можно поближе, чтобы потеплее было. Обычно в Гавре жарко. Есть вот чем Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavalava Girivaradari Gopi Janavalava Girivaradari Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Chira Vanachari Yamuna Chira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Сирада Мадава Ки, Сисси Горнитай Ки, Сива Прабхупад Патит Павана Ки, Нитай Гор Примананди. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая
чаксуру намиритам йена тасмай шри гураве намаха си чайтанья мано биштам стапитам йена бутаре своям рупа кадамаям дадати свападантикам банча калпа тарубьяшча крипа синдубьяевача патитанам паванебьо вайшнавебьо намо намаха Джая Си Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Си Адвайта Гададхара Сивасади Гор Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна. Немножко приболел, прошу прощения. Мы должны сегодня поговорить об отношениях между преданными, да, правильно? Все пришли на эту тему. Никто не пришел на курсы кулинарного искусства какого-нибудь. И о старших, младших и равных, да, у нас была тема? Да? Я прочитаю немножко из «Нектара наставления», это пятый текст. Кришне ти ясья гиритан манаса адриета, дикшасти чет пранатибхишча баджанти ишам, шушрушая баджана виджьям ананья анья, нинда дешунья гридам ипсита сангалабдья. Перевод. Преданному, который повторяет твое имя Господа Кришны, следует оказывать почтение мысленно. Перед преданным, который получил духовное посвящение, дикшу и поклоняется божеству, нужно смиренно склоняться. Астистым преданным, который достиг высот в неуклонном преданном служении и в чьем сердце не осталось и следа желания критиковать других, необходимо общаться и стараться служить ему с верой и преданностью. Немного из комментария. Разумное осуществление шести принципов любовных отношений с преданными, упомянутых в предыдущем стихе, предполагает тщательный отбор людей, составляющих круг нашего общения. Поэтому Шрила Рупа Госвами советует нам строить свои отношения с вайшнавами в соответствии с их местом в преданном служении. В данном стихе он рассказывает о том, как вести себя с преданными трех типов – Каништа Адхикари, Мадья Мадхикари и Уттама Адхикари. Каништа Адхикари – это неофит, который получил у духовного учителя первое посвящение – Харинама Дикшу, и пытается повторять святое имя Кришны. Такому преданному следует оказывать уважение мысленно, как Канишка Вайшнаву. Мадья Мадхикари – это преданный, которому духовный учитель дал духовное посвящение и который, следуя его указаниям, отдает все свое время трансцендентному любовному служению Господу. Считается, что Мадья Мадхикари находится в середине пути преданного служения. Уттама Адхикари – это совершенный преданный, достигший вершин преданного служения. Уттама Адхикари свободен от желания критиковать и оскорблять других, его сердце абсолютно чисто. Он достиг высшей ступени духовного самоосознания, ступени беспримесного сознания Кришны. По словам Шрилы Рупы Госвами, общение с таким Махабхагаватой, совершенным Вайшнавом и служение ему – это то, к чему должен стремиться каждый преданный. Начало важности общения с преданными. Вайшнава санга или саду санга, общение с преданными – это определенный фон, на котором должно происходить все преданное служение. То есть саду санга – это не просто часть преданного служения. Вот я прошел, до свидания, теперь могу не общаться. Иногда такая идея в голову приходит людям. Поеду во Вриндаван. Никого там не буду видеть, 64 круга буду повторять. И так я приближусь к Кришне. А человек падает наоборот. Потому что упустил один очень важный момент. То есть общение с преданным – это фон. Сколько бы мы ни находились в преданном служении, сколько бы мы, как бы мы ни прогрессировали и так далее, это всегда должно происходить на фоне общения с преданными. Иначе развития не будет. Потому что если я не хочу общаться с преданными, нужно понять, в чем тогда причина, почему я не хочу общаться с преданными. То есть, и если взять Бхагава, там причина называется, как правило, одна. Сепаратизм. Так Прабхупада это переводит. То есть, они мне не нравятся.
Поэтому я не хочу с ними общаться. Так устроен наш ум, он тянется ко всему, что ему нравится, и старается уйти подальше от всего, что ему не нравится. Правильно? Мороженое всем нравится, все тянутся. Даже дети. Что-то нам не нравится, горькая какая-нибудь пилюля не нравится, но мы не тянемся к ней. Да-да, давай. Те, кто тянется к плохим вещам или каким-то болезненным вещам, мы даже называем садомазохисты, знаете, думал, какие-то они несчастные, знаете, больные, хотят страдать. То есть одна есть причина у того, что мы не общаемся с преданными, они нам не нравятся. Это не их проблема. Подтверждение. Это не их проблема, что они нам не нравятся. Это наша проблема. То есть у нас нет вкуса к тому, что связано с Господом. А преданные напрямую связаны с Господом. Какой бы у них ни был характер и так далее, они связаны с Кришной. Сам процесс преданного служения от начала до конца, на самом деле, происходит под влиянием йога-майи, под влиянием духовной энергии. И преданные – это люди, которые находятся в управлении духовной энергией. То есть у преданных есть какие-то недостатки, они их проявляют. Причина очень простая – Кришна позволяет этому происходить. Все, что происходит в рамках духовной жизни, это происходит под влиянием духовной энергии, независимо от того, насколько мы возвышенные и преданные. Даже неофит, тот, кто только начал преданное служение, он уже находится под влиянием Кришны, под руководством Кришны. Как Прабхупада говорит, у него уже нет кармы, у него есть Кришна-карма. То есть мешок его кармы теперь взял Кришну. Теперь Кришна решает, что вытаскивать, что не вытаскивать, сколько вытаскивать, когда вытаскивать. Это внешне будет похоже на карму, потому что карма – это идеальный учитель. Но приходит не карма, приходит воля Кришны. В виде того, что мы, может быть, заслужили. Но очень важно не перепутать. У преданных нет кармы. Это хорошая новость, потому что преданные очень беспокоятся об этом часто. Карма. Это карма или не карма? Нет, везде воля Кришны. То есть можно расслабиться. То есть, если мы совершаем, если преданные совершают какой-то проступок, его наказывает Кришна. Можно сказать, что это карма в том смысле, что за деяние пришла реакция, да? Но это не карма в том смысле, что лично Кришна это делает. Лично. Дорогой, извини. И наказывает так, что наши бхакти только будут усиливаться. Интересный момент очень. Наказание может прийти вот столько, а понимание к нему вот столько. Вот это чувство вины какое-то, знаете, вот разочарование в себе, оно может быть гораздо глубже, чем уровень наказания, который мы получаем за какой-то проступок. У материалистов наоборот. Их бей сколько угодно, у них в голове ничего не меняется. Да? Встречали такое? Потому что это наказание. Это не милость Кришны. При этом приходит вот столько наказания и вот столько понимания какого-то глубокого. Итак, преданные находятся в категории духовной энергии. Общение с ними означает, я общаюсь с духовной энергией. Когда я избегаю общения с преданными, я избегаю общения с духовной энергией. Потому что все остальные принципы бхакти, воспевания, слушания и так далее, так или иначе связаны с преданными. Эти вещи не делаются в одиночку нами, обычными преданными, скажем так, начинающими. Да, в свое время были бабаджи, которые могли в уединении повторять святое имя, но только по одной причине. Они погружались в транс, и в этом трансе общались с преданными, с гопи и так далее, вот на этом уровне. Никто в одиночку не служит Кришне. Никто. Даже Радхарани окружают преданными. Кришна всегда окружен преданными. То есть к этому нужно привыкать, что мы наедине с Кришной не будем бесконечное количество лет знать, вечность, только Кришна и я. То есть об этом сразу нужно забыть. Мы всегда будем в окружении миллионов преданных. То есть каждое живое существо в духовном мире, не только живое существо, каждая пылинка обладает сознанием, это преданный. Миллиарды преданных. И жить в духовном мире означает иметь это в виду, учитывать это, что это преданные. И в служении Кришне должен учитывать их также. Значит, Кришна не будет счастлив. Как Прабхупада говорит, если вы пытаетесь наладить отношения с человеком, но ругаете его детей и так далее, там, вы не наладите с ним отношения никогда. Но ты, конечно, хороший, ты мне нравишься, но дети у тебя сволочи, прибить их надо. Вряд ли у вас отношения с этим человеком установятся.
потому что вы отвергаете часть его. Это очень важный принцип вайшнавской философии. Мы никогда не поклоняемся Кришне. Мы поклоняемся Кришне и его окружению. Поклоняемся Радхе Кришне. Ни в одном храме Искон нет Кришны, где Радха Кришна. Есть один храм в Вриндаване, там стоит одно божество, Радхараман, но там есть Радхарани в виде короны. Всегда есть. Или Панчататва, когда мы поклоняемся божествам Панчататва. Это все абсолютно истина. Все пять личностей, это все вместе абсолютно истина. Это тоже очень важный момент. Там есть Кришна, Господь Читания, есть его первая экспансия, да? Есть аватара, есть энергия, есть преданный и так далее. Это все вместе абсолютно истина. Мы не поклоняемся Кришне. Потому что там будут миллиарды преданных. Так лучше здесь привыкать уже. То есть духовный мир – это настоящая Индия такая, знаете. Если вы были в Индии, то вы знаете, что это такое. Люди везде. Абсолютно. Там маленькая страна, посмотрите на карте, 2 миллиарда там, или сколько живет, 1,5 миллиарда. Вот это духовный мир. То есть все, везде все живое. Даже пылинки, они обладают сознанием. Даже молоко обладает сознанием, говорится. Мама Яшода отвлеклась на Кришну, молоко обиделась, подумала, все, мое служение не нужно. Она решила покончить жизнь самоубийством. И начала вылезать из горшка на огонь. Пожалуйста. Вот настолько нужно тонко иметь, тонкое вот какое-то понимание жизни, да, понимание отношений, что даже молоко, видите, обижается в духовной реальности. Мы иногда как слоны себя ведем в посудной лавке. У нас есть цель, мы идем к ним, не разбирая дороги. Все вокруг рушится, но мне главное Кришна прямо. Все. И, как правило, такой человек плохо заканчивает. Потому что Кришна-према – это не что-то, что нам нужно достичь. Мы уже обладаем Кришна-премой в скрытом виде. Просто это нужно пробудить. Вот и все. То есть это не вопрос географии, куда-то дойти, чего-то там вот выдавить, что-то достичь чего-то. Это просто процесс очищения, процесс постепенного пробуждения. Вот и все. Самый важный принцип в отношениях с преданными – это уважение. Самый важный принцип. С каким бы преданным вы ни общались, с равным, младшим или старшим, общая раса или общий вкус отношений, то есть общая база – это уважение в отношениях с младшим, в отношениях с старшим, в отношениях с равными. Шанта это называется. Шанта – это уважение или способность оценить другого человека. Это трудно для жителя материального мира, потому что мы, как правило, хотим, чтобы нас оценивали. И в лучшем случае в хорошую сторону. Есть люди, которым все равно, в какую сторону их оценят, лишь бы оценивали. Звезды шоу-бизнеса. То есть им не важно, что о них пишут, лишь бы писали. Иногда они разводятся, иногда они опять женятся. Чтобы писали о них хоть что-то. Иногда у них какие-то истории с инопланетянами случаются, лишь бы написали. Как сказал один пиарщик однажды в Москве, там преданному, который занимался, со СМИ работал. Вы бы убили хотя бы кого-нибудь, хоть как-то о вас поговорили в СМИ, какой-то пиар бы вам устроили. Потому что сейчас такая ситуация, что в СМИ хорошего не напишут, а плохое сразу, даже если это неправда. Итак, общая раса или общий вкус, благодаря которому вы сможете любые отношения в среде преданных построить, это уважение. То есть это способность оценить качество другого человека. Это означает, что вам необходимо размышлять о хороших качествах преданных. Недавно психологи интересные вещи, я прочитал, по крайней мере. Может быть, раньше это было, но я прочитал недавно. Почему критиковать легче, чем прославлять, чем хвалить? Потому что когда вы критикуете кого-то, вы используете полушария, отвечающие за эмоции. Их запускать не надо, они уже там запущены, круглые сутки работают. Но чтобы похвалить кого-то, вам нужно задействовать полушарие, отвечающее за логику. Нужно сесть и подумать, а что в нем хорошего-то? И суть в том, что многие люди никогда не думали о том, что у кого-то другого могут быть хорошие качества, и их можно признать. Просто принять их. Ух ты, интересно как.
какой человек интересный. Потому что идея такова, что если я признаю хорошее качество в другом, я ставлю его выше себя. А это уже опасно. Опасно для эго. Поэтому видите как, если мы не общаемся с преданными, у нас большая проблема. С эго ничего не происходит. Но общение с преданными по определению означает, что потихонечку эго стирается. Стирается, потому что вы учитесь видеть хорошие качества в других людях. Вы увидеть что-то, в чем этот человек выше вас. Любой человек в чем-то выше нас. Любой преданный, любой обычный человек. Что-то делает лучше по определению. Поэтому еще раз очень важный принцип. То есть любые отношения будут иметь историю какую-то, будут иметь продолжение, будут иметь хороший плодотворный эффект, если мы уважаем этого человека. Если изначально уважение есть. Если этого уважения нет, отношения невозможно будет построить. Или отношения будут не в категории духовной энергии. Это будут материальные отношения. Я хочу что-то от тебя получить. И если взять духовную практику, то отношения ради того, чтобы что-то получить, всегда будут разочаровывать. Такова, в принципе, задача материальных отношений – разочаровать. У материальной жизни, в принципе, нет другой задачи. То есть, когда Кришна создавал материальный образ жизни для тех, кто хочет его вести, задача была только одна – разочароваться. И поэтому мы говорим, да, как преданные, что успешный материалист – это тот, кто разочаровался. Вот, значит, успешный материалист добился успеха в материальном образе жизни. Дошел до конца. Если не разочаровался, еще не дошел. Как бы еще вот, не понял, не достиг успеха. Вот это успешный материалист, так говорят шастры. Вот успешный материалист – это разочарованный. То есть теперь может другой как бы начать путь. Теперь на другой этап может перейти, на другой уровень, да? Пока не разочаровался, ты на этом уровне. Еще чего-то не нашел. То есть думаешь еще, что где-то еще есть. То, может быть, машина на два метра больше. Все-таки я буду счастлив однажды. Просто у меня немножко как-то сейчас не хватает. В конце концов, живое существо перепробует все и разочаровывается. Это хороший материалист, успешный. Разочарованный в материи. То же самое материальное отношение. Их цель – разочаровать. Это способность уважать. Это не то, что преданные заслуживают, это то, что мы должны делать. То есть это наша добродетель должна быть. Когда мы хотим уважать человека, мы будем видеть хорошие стороны. Когда мы не хотим уважать человека, будем видеть негативные стороны. Вот и все. Это известный пример мухи и пчелы, да? Как будто пчела не видит помойку. Видит. Но она ей не интересна. Там как-то вот пахнет. Нет, не полечу туда, думает пчела. Даже ради интереса. То же самое муха, ей как бы не интересны все эти цветочки. Там гораздо приятнее. Если я буду там, то там я стану большой, зеленый, знаете, крутой такой мухой. Прям среди таких же больших, зеленых, крутых. То есть не так, что если нет у человека недостатков, то да, конечно, он великий. Нет, это просто наше видение. То есть способность уважать. Если есть способность уважать, если включено это полушарие, которое позволяет нам видеть хорошие качества другого человека, в этом случае, да, мы будем прогрессировать, и отношения с преданными будут хорошими. Как в этом стихе, который мы прочитали, Кришна, Рупа Госвами говорит, если человек просто повторяет Хари Кришна мантру, уважать его нужно в уме, но уважать нужно. Можно сказать, да, какой же это преданный. Просто мантру повторяет. Еще непонятно, как он повторяет. Может, невнимательно повторяет. Как все время эти вопросы возникают. А что лучше, 4 круга внимательно или 16 невнимательно? Как-то так вот. Почему 16 внимательно не почитать? Такая у нас дилемма в голове, знаете, бывает у людей. Так что лучше, 4 внимательно, 16 невнимательно. Скажите, пожалуйста. Как бы лектор немножко так попадает. Я видел, как лекторы попадаются. Правда, что же лучше? Есть такие вопросы, которые как бы вилка, да? Но лектор всегда должен знать, что всегда есть минимум 3 ответа. И как правило, правильный не тот, который вам предлагают изначально в вопросе.
Это очень важно. Очень часто, что вопросы, а как правильно, так или так, это политический вопрос. Вот здесь такой политический вопрос. То есть человек ответ услышит и возьмет его как флаг, и потом будет всем рассказывать. А вот этот лектор, ага, он сказал, что лучше 4. Потом ты же крайним останешься. Хоть самый 16 повторяешь. Стараешься внимательно. За уважением следуют другие вкусы. Может быть, дружба, может быть, вкус служения. То есть мы можем строить любые отношения, если между людьми есть уважение. Очень важный принцип. Иногда мы думаем, что отношения успешны, отношения хороши, когда они приятны. Вот мы приходим, приятный нас обнимает, эй, харибол, все хорошо. Сейчас такая привычка, прям традиция обнимать всех. В 90-е годы не было такой традиции, мы не обнимались. Вот как-то вот не принято было у нас. Не знаю, есть кто-нибудь с 90-х, вот, как тут в Питере, но вот мы не обнимались особо. Харибол, харибол. Мы кланялись. Сейчас обнимаются все. Я как бы не очень большое внимание обниманиям придаю. Ну, обнимают, ну ладно, постою, пусть обнимают. Мне это не так важно, например. То есть я не вырос в этом. А те, кто с Бхактиврикши, так для них это святое вообще. Как же не пообниматься-то? Мы как-то были на парикраме в Майяпуре. Шла русская парикрама, на встречу парикрама индийской Бхактиврикши. Это был самый ужасный момент в моей жизни. Сколько там, 1500 человек, и все захотели тебя обнять. Вообще, все. Все, мы на час остановились просто. Вот, пока вот эти обнимашки все не прошли. Я не против этого. Просто все люди разные немножко. Это не что-то прям очень необходимое для вашего духовного развития. Но тем не менее, мы приходим, думаем, вот, надо обняться и так далее. А вдруг никто меня не обнимает, знаете, 500 человек на воскресной программе. И уже не так приятно, вроде сидишь, кто-то мимо пробежал, раньше он тебе хоть кивал, харибол говорил, сейчас уже не кивает, харибол не говорит, ну все, зачем мне это надо? Я часто это слышу, это глупость на самом деле, это просто ум ноет, но на самом деле это глупость. Но вот людей это очень сильно цепляет, то есть такой пример можно привести, что отношения с преданными не всегда приятны, они не должны быть всегда приятны, не должны быть. Так же, как отношения с духовным учителем, не должны быть всегда приятны. Это очень важно помнить, на самом деле, по поводу любых отношений. Отношения должны быть полезными, продуктивными, возвышающими. Вот какие должны быть отношения. Если они еще и приятные, то, ну, хорошая карма у вас. Замечательно. Если неприятные, но хотя бы пусть будут полезными. Вот на это настраиваться нужно. И отношения не будут полезными, пока нет этого фундамента, базиса уважения. Это важно по отношению мужа и жены, жены мужа, детей родителей, родителей детей, кого угодно. То есть уважение должно быть. И уважение означает, я стараюсь видеть хорошие качества, с которыми я буду взаимодействовать в человеке. То есть я задействую это полушарие мозга, которое сознательно ищет что-то хорошее в других людях. То есть вот это вот качество, эта способность, которая у материалиста просто выключена. За ненужностью. Не нужно оно. Нужно только негативно искать вещи. Так люди настроены сейчас, с детства. С детства. Попробуйте кого-то похвалить при ком-то. Ум сразу придет в беспокойство. Я, как же я. Это причем как бы с детства, реально, при детях кого-то похвалите. Ребенок сразу начинает, а как же я? Что, все, меня любят теперь? Вот, материалистичному уму это очень трудно принять. И именно поэтому нам очень трудно строить отношения с преданными. Я в центре. Если кто-то получает какую-то милость, почему я не получаю? Что за безобразие? Это как гирлянда после лекции, знаете. Там очередь. Иногда из детей очередь. Если очень редко приезжает духовный учитель, то из взрослых очередь. Детей уже все не пускают. Не та весовая категория. Тут уже... Тяжелый вес уже пошел, знаете. Как бы там ее добыть, эту гирлянду. Хотя через неделю ты забудешь, повешаешь дома на гвоздик, и все, и нет у тебя гирлянды. Сейчас они везде висят. В 90-е мы их съедали просто. Просад же. Что с просадом делать?
У нас были такие большие цветы осенью, знаете, как-то они там хризантемы. Как? Да, такие вот пушистые, такие капусты мы их называли. Они давали пышные гирлянды такие. А куда, что с ними? У нас не было годиков лишних гирлянды эти вешать. Ап, и все, нормально. Помню, как нам в Хабаровск впервые Бхактивинод с вами приехал. Кто там был? Мы там служили, мы все, и когда... Я был дежурным в храме, то есть я все убирался, там как раз лекция закончилась, нужно было все подмести, я долго задержался, там был Патита Паван и какой-то еще преданный, не провожали Махараджа в аэропорт. Приехали с гирляндой, я выхожу, ну, подмел, тут со совком сидят, едят. Ну, я молча сел, мне молча оторвали цветок. Она большая была. Это называется сообразить на троих в сознании Кришны, знаете. То есть гирлянду схомячить, что называется. Ну, весело было, да. Сейчас не едят, я вижу. Сейчас люди поумнее стали. Мы были совершенно без мозгов. Сейчас люди не делают этого. Повешали, она висит. Но сначала надо битву эту пройти. Вот с этой платформы очень важно сойти. С преданными нельзя бороться. Не нужно. Это представители Кришны. Даже младшие преданные. Это те же самые представители Кришны, как и старшие. Но просто с ними нужно общаться по-другому. Вот и все. То есть равные, старшие и младшие – это та же самая духовная энергия. Те же самые представители Кришны. Просто с ними нужно общаться по-разному, чтобы все получили благо. Например, в этом стихе говорится, что неофиту, да, конечно, адикари, нужно выражать почтение в уме. Почему? Не потому, что он недостоин большего. Потому что это может принести ему вред. Он может возгордиться. Он мне кланяется, я, наверное, уже гуру. Интересно, что человек только начинает практиковать, и сразу хочет стать гуру. Как бы, потому что гуру выгодно быть. Ну, или он приезжает, и что ему готовят? Цветную капусту. Еще что-нибудь такое. А мне что жена готовит? Не, гуру быть выгодно. Гирлянду вешают, деньги жертвуют, возят туда-сюда, в рот смотрят, даршины устраиваются. Человек думает, вот это выгодно, на самом деле. Как Гасвами Раджа сказал, чтобы быть гуру, в ИСККОН много не надо. Надо купить ноутбук. И сесть и открыть его, и ты уже как серьезно выглядишь. И все. Но приходя в сознание Кришны, мы должны искать представителей Кришны. Даже если неофит, он достоин уважения. Просто вид, форма, которая принимает это уважение, должна быть особой. Так же, как возьмем мужчин и женщин. Мужчины должны уважать женщин, это матери. Но форма этого уважения должна быть определенной. То есть мужчина и женщина не обнимаются в сознании Кришны. Не принято это. Это не культурно. По крайней мере, в ИСККОН. То есть организация, где женщин называют диди, сестра. Прабхупада был против этой концепции. Он говорит, нет, это мать. То есть вот с уважением. Кланяться женщинам нужно. Обниматься не нужно. С женой нужно обниматься, и то, пока никто не видит. Не дай Бог. Потом начнутся разговоры. Лучше так. Видите, мы уважаем женщин. Но это уважение должно иметь какую-то форму внешнюю. Это как культура называется. Итак, первый элемент, вот первый важный элемент в отношении с вайшнавами, с преданными, это правильное настроение, основа уважения. Дальше второй этап. Мы должны понять, что это правильное настроение или правильное отношение должно иметь внешнюю форму. Со всеми нужно общаться по-разному. Бхагавад-гите об этом говорится. Это известный стих «Видья виная сампане, брамане гави хастини, шуни чайвиша пакича панитак самадаршана». То есть там Кришна говорит, что пандит, ученый человек, видит всех одинаково. Слона, собаку, собакоеда, брамана и так далее. Он видит их одинаково, относится к ним одинаково. Но взаимоотношения он строит по-разному. То есть у брамана будет спрашивать совета, у собаки не будет. Ну, дорогой шарик, скажи, пожалуйста.
Вот у меня с женой проблема, что же мне делать? Дорогой Шарик. Шарик. Дух задумался. Что же ему посоветовать? Мы же все одинаковые. В одном месте Бхагаватам Прабхупада пишет, что в общении с преданными мы должны всегда учитывать их обусловленность и свою. Даже в общении с чистыми преданными. У нас, по крайней мере, есть обусловленность. Есть обусловленность у окружающих людей. То есть всегда должна быть форма, в которой мы выражаем свои эмоции и чувства. То есть бхакти – это чувство, да, мы всех преданных должны любить и уважать. Но форма, в которой будет выражаться это вот чувство, это настроение, всегда будет разная. Даже среди равных есть тонкости. С одним равным вы так общаетесь, другие, а некоторые равные как бы равнее, да? Некоторые равные не так равны. То есть может быть равный человек, который ну, лет 20 назад вместе с тобой получил инициацию. А есть равные, с которыми ты сейчас прям служишь. И отношения с ними будут разные. То есть получил инициацию, с ним и вы разбежались. Потом встречаетесь, ну, харибол, харибол, рад видеть, рад видеть. Но тот, с кем ты служишь, у вас отношения будут глубже. Потому что вы вместе решаете повседневные проблемы. Эти формы всегда будут разные. Вот форма, найти правильную форму, это признак разума. Мы иногда как вот так происходит, ум таким образом действует, или все, или ничего. То есть я люблю всех преданных, все замечательно, и со всеми нужно прям любить всех. Сопли все эти, знаете, вот. Любить-любить, любовь-любовь, любви побольше, любви нужно. Но как только что-то происходит не так, все. Я уничтожаю все общество преданных в своих глазах. Они недостойны любви, они вообще не проявляют ее. И так далее, и так далее. Вот эти два момента очень важно помнить. Правильное настроение, основанное на уважении, и правильная форма в отношениях. Потому что в общении с преданным можно не только получить благо, но и огромный вред также. Огромный вред. Вы можете уничтожить бхакти свое с помощью общения с преданными. Уничтожить бхакти других людей, общаясь с преданными. Это очень опасно. То есть это очень мощный инструмент по изменению сознания, общения с преданными. И поэтому можно и так использовать. То есть, если вы совершаете вайшнава апарадху, оскорбляете преданных, вы можете уничтожить свою бхакти, которая иначе не уничтожается. Ни один грех не может уничтожить бхакти в сердце. То есть, если человек занимается преданным служением, потом вдруг падает, начинает совершать грехи, бхакти никуда из сердца не уходит. Когда он начинает снова заниматься преданным служением, он начинается с того же уровня, где он закончил. Вечные плоды бхакти никуда не уходят. Плоды гун. Начинает гуна страсти влиять на человека, он с ума сходит, что-то делает, какие-то глупости. Вот эти вещи уйдут быстро, потому что это временные гуны. Это плавающая материя. Последствия духовной практики никуда не уходят. Из жизни в жизнь остаются. Но если вы оскорбляете преданных, совершаете садху нинду или вайшнава апарадху, то, говорится, даже на минус может уйти. Вы можете стать хуже, чем были до того, как стали преданными. То есть общение с преданным – это очень опасная также может быть вещь. Может быть очень полезно и очень опасно. То есть нам очень важно правильно подходить. Итак, две вещи. Правильное настроение, правильная форма, которая должна принимать это настроение. Разум заключается в том, что мы учимся применять правильное настроение в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. В соответствии с тем, с кем мы и когда, и где и общаемся. Теперь, когда приезжают духовные учители, не рекомендуют не кланяться в аэропорту. Странно выглядит. Бхакти Бамараш как-то нам сказал, никогда в аэропорту не подносите мне букеты цветов. Особенно мужчин. Это очень странно выглядит. Толпа мужчин, странного вида, лысые какие-то, встречают другого мужчину и все с цветами. Бхакти Бамараш, у него такой интересный взгляд на ситуацию всегда. В этом плане он очень интересен. Я не смотрел никогда вот на встречи духовного учителя с этой перспективы. А он как-то вот посмотрел со стороны, и как-то странно это выглядит, что одни мужики дарят цветы другому мужику. И обнимаются потом. Куда они потом едут, никто не знает.
Да, по крайней мере, рекомендуют не кланяться, потому что не то место, не то время, не те обстоятельства. Но если вы в храме не будете кланяться, тут уже другое, это уже оскорбительно. Это уже оскорбление духовного учителя. Поэтому вы с аэропорта приезжаете и кланяйтесь. Тут же, на месте. То есть всегда нужно учитывать, какую форму должно приобрести вот наше настроение. Так по отношению ко всем преданным настроение одно. Это представители Кришны, это преданные, это мои господа, Прабху. Теперь они занимают какое-то разное положение на пути к Богу. Это означает, что со всеми ними я должен общаться по-разному немножко, внешне, по форме. Чтобы я получил благо, чтобы они получили благо и все окружающие. Вот это настроение вайшнава. Он думает о том, чтобы все получили благо. Как Бхагава, там это интересный момент. Махарадж Парикшит задает какой-то вопрос. Шукадева Госвами радуется. Здор, такой вопрос. Он принесет благо всему человечеству. Вот это вайшнав. Поскольку вайшнав всегда думает о благе всех, его даже личные вопросы всегда включают в себя благо всех окружающих. То есть вайшнав не делит личное благо и благо всего мира. Для него благо всего, личное благо – это как раз принести благо всем окружающим. Итак, все преданные одинаковы, по большому счету, это все духовная энергия. Настроение по отношению к ним должно быть одинаковым. Это мои господа, мои учителя, представители Кришны. Но форма должна быть разной. По форме есть три уровня преданных в отношениях. Это старший, младший и равный. Здесь важно учитывать два аспекта тоже. Опять же, внутренний и внешний. Старшинство, равность или меньшинство можно определять с помощью двух факторов. То есть первый фактор – это внешний фактор. Кто раньше инициацию получил? Даже если человек на день раньше вас получил инициацию, формально он старше. Формально. Что это означает? Вы должны первый выразить почтение, если вы видите. Таков принцип. То есть, когда младший видит старшего, он первый выражает почтение. Не старше. Даже младший сидит, носу ковыряется, старший идет. Хари Кришна. Хари Бог. Нормально все. Нет, сначала младший. Такова ведийская культура, таков этикет. Более того, если вы не знаете друг друга, то младший просто встает и представляется. Я такой-то, такой-то, чем могу вам служить, пожалуйста. Это культура. По крайней мере, нужно встать, когда старший заходит. Это уж будет верх, что называется, совершенство. Мы даже перед Туласи часто не встаем. В храмах бывает, после воскресной программы Туласи выносят, и Туласи пуджа. Я часто вижу, что преданные не встают, когда Туласи несут. Это неправильно. Туласи идет. Чистая преданная идет. Нужно встать, поприветствовать ее. Преданные так перекатываются в поклоне. В другую сторону. Тут кланялись, туда перекатились, там туда перекатились. Нужно встать, выразить почтение. Если входит саньяси и так далее, то есть очевидно старший преданный, тогда я встаю. Это, тогда в Индии вас будут читать пака. Пака означает идеальный, правильный. Вот как должно быть. То есть и западные вайшнавы, у них что-то свое. Они говорят, эй, Харибол, Махарадж, как дела? Есть пака вайшнавы, Гуру Махарадж, мои поклоны. То есть как-то правильно все делается. Таким образом, люди могут получить гораздо больше блага из-за. Если вы говорите, эй, Харибол, Махарадж, как дела, вы не получите блага из этого общения. Махарадж станет смиреннее, да. Он благо получит. Но вопрос в том, какое вы благо получите. Итак, первый фактор, да, старшинства, это внешние факторы. То есть, кто раньше получил инициацию, кто старше по возрасту. Помните, да, что вайшнав, мы стремимся уважать преданных. Это означает, в общении с преданным будем стараться увидеть, в чем он старше меня. То есть, если я, предположим, старше в духовном плане, но я общаюсь с кем-то старше по возрасту, я буду выражать почтение как старшему этому человеку. Я не могу говорить, я старше, так давай тут, к ноге. Он туда давай, клонись. Преданный не ищет ситуации, где он будет великим. Преданный ищет возможности выразить почтение. Потому что это его очищает. Это, с помощью этого он прогрессирует. Итак,
Когда человек получил инициацию, первую, вторую, третью. Так, даже если на день, это старше. Возраст. Если он старше по возрасту, это старше. Есть за что выразить почтение, иными словами. Ну и так далее. То есть внешние факторы не более или менее понятны. Здесь очень важный момент. Вы не обязаны слушать его, слушаться. Почтение вы выразить обязаны. Слушаться всех не надо. Чем больше вы слушаете, чем больше количество людей вы слушаете, тем больше у вас ум будет на раскорек. Я все время с этим встречаюсь. Люди всех послушали и делать уже ничего не могут. Мой замечательный старший в свое время мне еще лет 20 назад посоветовал: слушай одного-двух человек. Не мучайся. Меня это спасает уже 20 лет. С 1-2 человека я их слушаю, это мои любимые лекторы, как бы. И все, и ум спокоен. Очень спокоен. То есть я знаю, на основе чего принимать решения. Между ними, что интересно, нет противоречий. Между этими людьми, которых я слушаю. Есть другой принцип, да, старшинства или меньшинства, равенства. Это духовный принцип, тот более духовно развит. У этого принципа есть большая проблема, трудно определить. В одном из комментариев выше Панишат Прабхупада пишет, что даже полубоги иногда не могут определить уровень преданного. Потому что это квалифицированные люди, немного повидали. Но даже они, иногда глядя на преданного, не могут понять, кто он, великий или невеликий. Вот эта история про Читракету и встречу Читракету и Господа Шивы. Читракету летал на своем, в своем летающем городе. Кто его окружал, кто помнит? Читракету. Апсары всякие там, в общем, красотки. Что они там в этом городе делали, никто не знает. И летали туда-сюда. У них был этот круиз, знаете, турне по вселенной. И тут они увидели Господа Шиву, который давал лекцию, читал Бхагаватам, да, и у него сидела на коленях Парвати, жена. Во все мудрецы сидели и слушали лекцию. И Читракету эту ситуацию видел, и как бы подсмеялся на Господа Шиву. Ну ты вот лектор вообще, да, жену сидел, посадил, об отречении тут рассказываешь, от материальной энергии. Господь Шива юмор понял, потому что Читракету видел также свою ситуацию. Вот мы какие с тобой смешные, преданные, интересные, смотри-ка. Как вот. Поэтому Шива улыбнулся, да, вот с Читракету с юмором подошел, с тонким таким. Парвати юмор не поняла. Это же была проблема Читракету, что Парвати немножко по-другому всю ситуацию видела. Ах ты негодяй, Шиву оскорбляешь. Вот, и залепила ему это проклятие. Конечно, проклятие было милостью Кришны, мы знаем, но тем не менее. То есть вайшнавера крия мудра, говорится, очень трудно понять действия преданных, потому что очень трудно проникнуть в их разум, в их сердце. Очень трудно понять мотивы преданных иногда, очень трудно. Очень трудно. Мотивы материста легко понять. Очень легко. Мотивы преданных трудно. Мотивы материста всегда в четырех пределах. Артха, кама, дарма, мокша. Кали-югу все еще проще. Кама. Все. Кама, артха. В принципе, людям даже артха не нужна. Лишь бы кама была. И сейчас, в принципе, это делается. Маленький город, огромный торговый центр, и все. Все, что людям надо. Есть куда сходить. Как-то был в Красноярске, ну, город не маленький, но тем не менее. И я вот гулял по району, и там какой-то огромный торговый центр нашелся. Думаю, дай зайду, посмотрю. Весь город там просто. Вот нет других мест, нужно походить по центру торговому, туда-сюда. И людям кажется, все, вот она кама, покупай, вот они бренды, пожалуйста, пожалуйста. А у преданного пойди пойми его мотивы. Нужна ему кама или не нужна вообще? Зачем преданный женится? Большой вопрос. Почему разводится? Почему детей заводит? У всех своя история какая-то. Поэтому в отношениях с преданными, особенно когда ситуация какая-то тонкая, никогда нельзя принимать решение сразу. Это вот утверждение вайшнавера крия мудра, что действия преданных очень мудреные такие, непонятные, означает, что нужно много раз думать перед тем, как отреагировать на что-то.
И только вайшнав может реально вот сделать это. Как однажды Шри Прупаде написали письмо: наш GBC не повторяет джапу. Представьте, какой уровень. Поменяйте нам GBC, пожалуйста. Нам нужен нормальный GBC, который джапу читает. Представьте, не президент храма, GBC. Кто у нас тут GBC? Знаете? А? Нет, GBC. То есть это выше. Да, ну вот кто-то вот не читает джапу. Прупаде написали такое письмо. Бхактива Бамараш недавно в одной лекции сказал, я сейчас расскажу, что такое GBC в Аринаше Шрилы Прабхупады, чтобы вы поняли, что это за письмо было. Бхактива Бамараш сказал, что у Прабхупады было уважение к своим ученикам больше, чем сейчас у учеников уважение к своему духовному учителю. Теперь представьте, GBC не читает джапу. Бог не читает джапу. Божество. Прабхупада ему отвечает: да, у него много служения просто, видите, он погружен в сознание Кришны. Но сразу нашел третий вариант, смотрите. Выгонять, не выгонять? Нет. Поменяйте сознание, будьте вайшнавами. И дальше он написал: возьмите солому в зубы, придите к нему, очень смиренно поклонитесь, попросите его повторять джапу снова. Скажите: нам это очень важно, чтобы ты повторял джапу. Ты, конечно, великий преданный, тебе это не нужно. Ты выше этого, но нам это очень нужно. Покажи, пожалуйста, нам пример. Вот это видение преданного. Потому что очень трудно понять, почему преданный делает тот или тот. Очень трудно понять. Поэтому судить о духовном уровне преданных очень сложно. И на самом деле не рекомендуется выяснять, кто из нас старше, младше и равный, именно используя духовные методы. Тогда никто старшим не будет. Потому что все ниже меня, я же очень продвинутый. Я через год так продвинулся, что он через 10 лет так не продвинется. Я год повторяю мантру, я вижу, что он 10 лет уже повторяет, а у него такие проблемы, которые я давно уже решил. Посмотрим, что с тобой будет через 10 лет вообще. Будешь ты жив или нет? Иногда я вижу, преданные такие тычки в зуб получают. И реально они в этот, знаете, как в боксе есть. Есть нокаут, а есть что-то. Иногда он, когда он немножко уже... пять пальцев не видит, знаете. Но он приходит в себя, тем не менее. А мы приходим на воскресную программу, нам не улыбнулись, и все. Какие же это преданные. У меня был такой опыт. Одно преданное сделали президентом храма. Резко, ты должен. А там не то, что храм, там был какой-то садик такой детский, знаете, за городом. И там что-то около 200 преданных жило, в общем, за сотню. И там такая Санта-Барбара, в общем, это ужас какой-то. И все, через месяц он сломался и сбежал. Все, сбежал. Только недавно я услышал, что где-то он проявился, как бы, ну так аккуратненько повторяет мантру, потому что он и видел все, что может быть в сознании Кришны, причем за месяц. Когда 200 преданных в одно место собрали, он видел все это разнообразие, знаете, вот в сознании Кришны. Так-то мы раз в неделю пришли, мы как бы, ну, преданные, да, все улыбаются. А там он их, ну, что называется, в трусах увидел. Дома. Ну, вот. Все эти уровни сознания. И поломался. Вот судить его, не судить, непонятно. Понятно, что его не на свое место поставили. У него была брахманическая природа. И, ну, слишком все, поломался человек. Тот, кто его поставил на это место, потом очень сильно сожалел об этом. Но что делать было? Ну вот, надо было дырку заткнуть, что называется. Поэтому еще раз, судить о духовном уровне преданных очень опасно. Очень опасно. Поэтому не рекомендуется этого делать даже. Не рекомендуется. Потому что если мы это делаем для того, чтобы более или менее оправдать свое неуважение к людям. Более или менее. Однажды это было в Майпуре. Какой 2001 год был, как раз там намахаты только-только появлялись еще в Индии. Вот, и там в Майпуре, в дворике этого храма, где там вся тусовка происходит майпурская,
Ну, сейчас там второй дворик около Панчитатвы появился, там тоже тусуются. А раньше только одно место, где вот это дерево. Знаете, только одно место было. Где вход в алтарную Радамадавы. И там стояла эта маленькая какая-то вот такая тележечка, намахата, подходи к нам, присоединяйся. Join us. Знаете. Дядя Сэм хочет тебя в намахате. Ну, я подошел, просматривал, что там, к чему. И как раз у нас какая-то намахата была в том городе, где я жил. Ко мне подошла какая-то преданная, что-то разговор завязался. Она спросила, с какой я страны. А по-английскому не похоже, что ты русский вообще. Ну и как-то вот акцент какой-то тебе непонятный. Кто твой духовный учитель? Я говорю, ну вот такой-то. И что ты о нем думаешь? Она спросила. Это была Абьярчи Матаджи. Такая достаточно известная в Майпуре. А кто твой духовный учитель? Что ты о нем думаешь? Я говорю, идеальный человек. То есть постоянный источник вдохновения для меня. И она очень внимательно на меня посмотрела, говорит, это твое достоинство. Это не его достоинство, что он идеальный, это твое достоинство. Было бы желание, ты бы в нем столько нашел всего. Но вот это достоинство нужно воспитывать. То есть все преданные – это представители Кришны, все преданные достойны уважения. Просто уважение должно иметь разные формы. В идеале, чтобы понять старшие, младшие, равные, мы должны пользоваться внешними факторами в основном. Потому что внутренние факторы не поймешь. Иногда кто-то 10 лет может не достичь того уровня, который другой за год может добежать, что называется. Он, может, присоединился позже тебя, но у него опыт прошлого гораздо больше. И тем не менее, при всем этом, этот человек будет выражать почтение тебе, потому что ты старше внешне. Это культура. А твое уважение к нему будет проявляться немножко в другом, что ты как о младшем будешь о нем заботиться. Вот это вот деление старший, равный и младший не для того, чтобы кто-то стал выше или ниже. Это просто форма. Мы просто можем увидеть таким образом форму, как мы можем заботиться об этом преданном. Вот и все. Все очень просто. Как однажды была эта история. Кто же это был? По-моему, Говинда или кто-то. Или брат Рамануджа Ачарьи. Вот какой-то такой преданный. Его гуру звали Куреша. И как-то Говинда так удовлетворил, по-моему, Рамануджу, я не помню кого. И тот ему дал благословение, что в этой же жизни ты вернешься к Кришне, обретешь любовь к Богу. И Куреша запрыгал от радости. Если он вернется, я тоже вернусь, мы же связаны. Он же мой ученик. Эй! Он был так счастлив. То есть он не думал, ну как же мой ученик, а я еще нет. Ну что ж такое, несправедливо. Нет, он радовался. Ура, здорово, заберет. Мы же с ним связаны. Все, кто связаны, если человек возвращается к Богу, всем, кто с ним связан, возвращаются к Богу. Даже не нужно думать об этом. Прабхупада часто говорит родителям преданных, что вы более удачливы, чем преданные. Говорит, они рано встают, мантру читают. А вам всего это не нужно делать, вы уже вместе с ними вернетесь к Богу. Вообще ничего не нужно вам делать. Вы очень удачливы, хорошо устроились. То есть вас на веревке подтянут просто. И родители так радовали. О, хорошо. Вот для чего нужно деление равный, старший, младший. Понять, как я служить должен. Понять, как я буду служить вот этой духовной энергии вот здесь. А не понять, выше я его или ниже. Мы не можем быть выше кого-то в обществе вайшнавов. Потому что это не наша задача вообще быть выше кого-то. Сознание Кришны нельзя быть выше. Это тогда сознание Кришны просто не работает. Даса, даса, анудаса, вот что работает. Слуга, слуги, слуги. Вот это работает. Сразу милость начинает приходить. Очень важно понять, что в сознании Кришны очень мало что можно добиться своими усилиями. Мало чего. А по милости все, что угодно вы можете обрести. Все, что угодно. А своими усилиями практически ничего. И понимая это, мы разочаровываемся. Мы думаем, ну это ж как вот, ну, материальное сознание остается, и ну ж как-то надо, вот я встал, все, у меня тут все круто, я вот так, ага, я великий, и тоже начинают критиковать тебя все. Тут же Кришна устраивает это просто. Как только человек назначает президентом храма или еще кем-нибудь, все начинают критиковать. Что сбалансировать ситуацию? Поэтому президентом храма есть такая хорошая поговорка, добрые преданные.
Потому что, став лидером, ты понимаешь, что преданные очень добрые, очень милостивые, всегда заботятся о том, чтобы ты не вознесся куда-то, чтобы не споткнулся где-нибудь. Всегда. То есть важно понимать этот принцип. Окей, может быть, пара вопросов каких-то есть. Да, пожалуйста. Простите, что сумбурно получилось, но я просто болею немножко на автопилоте в какой-то степени. Спасибо большое за лекцию. Дан Кейпрову, скажите, пожалуйста, вот вы как астролог. О! Вы видели пример в самом начале лекции Кришна-карма и карма, карма материалиста. Она вот практически отличается или нет? Угловой момент остается в жизни? Отличается, конечно. Вы приводили пример где-то недели две назад на лекции. Одного из духовных лидеров, который попал в тяжелый астрологический период. Uh-huh. Вот, и с ним, он был ему очень в тягость, uh-huh. скажем так. То есть, а я слышал, например, там, я не помню, то ли Рао профессор, то ли кто-то говорил, что говорит, а для преданных смысл составлять этот самый гороскоп, то он на них не действует. То есть действует все-таки? Есть действует. Такая хорошая книжечка, я не знаю, можно ли сейчас найти, книжечка Бану с вами. Преданные астрологи, что-то в таком духе. Очень хороший, рекомендую очень. Бану с вами потрясающий ученый. То есть он сейчас переводит с санскрита вот, все эти комментарии ачарьев и так далее. И он пишет там очень интересную вещь. Ну, первый момент – это то, что Кришна себе забирает этот мешок. Но мешок остается. Мешок не исчезает. Он просто перестает, то есть просто уходит этот процесс обезличенно, знаете, вот должен получи. То есть между нами и нашей кармой становится воля Кришны теперь, а может не нужно. Или дай-ка я дам в упрощенном варианте. Как Прабхупада говорил, порезал палец, должны были отрезать руку. В другом месте Прабхупада пишет, иногда дурная карма во сне проявляется у человека. То есть он спит, его побили или убили. Он проснулся, ну испугался, конечно, но и живет дальше. То есть карма как бы выходит, смотрите. Палец-то порезал. Примерно так. Как Бану с вами пишет, он цитирует Дживу Госвами в этом плане. Говорит, что карма преданных подобна куску шелковой ткани сгоревшей. Или как можно более понятно, например, привести листок бумаги. Скомкайте его и подожгите. Когда он сгорит, он сохранит свою форму. Правильно? Попробуйте до него дотронуться. Он сразу же разрушится. Это вот свобода от кармы у преданного проявляется в том, что он от нее не зависит. Он не страдает из-за нее и не радуется. Пришли деньги по карме. О, здорово, хорошо, храм построю. Не пришли деньги по карме. Вообще замечательно, саньясу приму. Вообще без проблем. Эй, Кришна, я к тебе. Вот в каком плане у преданных нет кармы. Есть только воля Кришны. То есть преданный это понимает. Даже карму я получаю по воле Кришны. Даже карма. А это уже означает, это не карма, а милость Кришны. Все, что Кришна дает, это его милость. То есть это все-таки основные вехи видны. То есть когда у меня начался новый период, практически день в день меня назначили президентом храма. День в день практически. Я получил какие-то вещи. Период сейчас сменился, вот началось другое, я прям чувствую это. Я вижу, страничка перелистнулась. Но это милость Кришны. Угу. Да, мы ждем чуда какого-то, но вот оно чудо. Свобода от кармы у преданного – это не свобода не получать наказание, да, за свои глупости. А я же преданный, я сын богатого папы, папочка отмажет. Нет, свобода от кармы – это когда я от нее не завишу. Прилетели хорошие вещи, на тебе Кришну. Прилетели плохие, тоже Кришну. Все. Как Прабхупада в одном, когда он жил в Калькутте, началась Вторая мировая война, японцы бомбили Калькутту. А у Прабхупады как раз качори только-только предложены были. И вся семья побежала в бомбоубежище, говорит, я не пойду, у меня горячие качори. Только предложу, я есть хочу, все, отстаньте. И он сидел и ел. Тут бомбежка это вся. И он однажды сказал, что Кришна в виде качори, Кришна в виде бомб, в принципе, разницы нету, это Кришна. Но поскольку мы хотим наслаждаться, мы думаем, что Кришна в виде качори как-то лучше.
Но на самом деле нет Кришны, плохого или хорошего. Пришли деньги. Ну, спасибо Кришне. Не пришли деньги. Большое спасибо Кришне. Саньясу прямо. Свобода должна быть внутренняя вот этой кармы. Это называется саньяс, по большому счету, Бхагавад-гите. Свобода от желания получать плоды своего труда. Это и есть саньяс. И тогда ты уже, это уже не плоды труда, это милость Кришны. Ты просто даешь обратно, а он дает еще больше. То есть буквально, как однажды сказал Акишна Кришнадас Бабаджи, духовный брат Шрилы Прабхупады, Кришна выжимает максимум из вашей хорошей кармы и дает минимум вашей плохой. А нужно наказывать незачем. Вы же уже сын Кришны, ребенок. Детей не наказывают жестоко. Их учат просто. Ну, иногда шлепнут. Ну, что делать? Ну, такие шлепки от кармы, знаете. Вот этот год очень отвратительный, противный, на самом деле, вот, который заканчивается сейчас до 7 апреля, да, если взять вот, ведический год. Какие-то жуткие вещи происходят все время. Следующий будет какой-то тоже отвратительный. Он так и называется дурмукха. Дурмукха означает уродливый. Какой-то... Что-то все разводятся в этот год как-то вот. Я постоянно говорю, вот люди приходят, просто лица меняются, проблемы у людей остаются. Все, мы разводимся. Я все время говорю, ну давай, ищи в этом Кришну. Что ты дальше делать будешь? Не будь идиотом, не заводи новых. То есть давай уже вашим тогда куда-нибудь. Данду себе проповедуй. Ну если возраст позволяет уже. Не знаю, ответил, не ответил. Okay. Что-то еще? Не по астрологии. Ну, давайте, вот потом отложим, хорошо. Туда, назад. Назад туда. Спасибо за лицо, Кришна. Пожалуйста, на кнопочку, да, чтобы слышно было. Которая светится. Спасибо за лекцию, Кришна. Спасибо. Скажите, что такое ответственность в сознании Кришны? Можно как-то вот получить ответ? У вас есть гуру. И у гуру есть дело. Ответственность ученика заключается в том, чтобы стать преемником. Вот и все. Прабхупада говорит, бизнес, наш семейный бизнес – это проповедь. То есть кодна – это семья. Хотите быть в семье – проповедуйте. Иначе вы не будете в семье. Выйдите. В свое время в Москве был такой преданный Видура. Не знаю, кто его знает, не знает, помнит о нем. Ну, такой человек был, своеобразный. На Сухарево там два храма было. Беговая Сухарева. На Сухарево он был там и лидером. И у него здесь замечательная, крылатая в то время фраза. Время Санкиртаны пришло, время проповеди. Не будешь проповедовать, Господь Читания тебя выгонит, новых наберет. Недостатка не будет никогда у Господа Читания. Полубоги придут, чтобы помогать ему. Я вижу это, как людей выгоняют из сознания Кришны, если они не занимаются семейным бизнесом, так сказать. Итак, у гуру, ну, гуру наш очень деловой человек, смотрите. Я, по крайней мере, я жил со своим духовным учителем, он очень деловой, очень занятой человек. Очень. Как-то мы хотели в Владивосток пригласить Тамал Кришну Госвами. Он сказал, дорогие, мне на 3 года вперед каждый час расписан. Я на день не могу заболеть. 3-годичное расписание вылезает сразу, вообще вылетает. Настолько деловой человек в сознании Кришны, в проповеди. И стать ответственным означает разделить гуру вот эту ответственность за проповедь, за распространение сознания Кришны. В той или иной форме, в том или ином виде, но это и есть ответственность. То есть община здесь, мы должны вкладываться в эту общину. Есть место это какое-то, нам нужно деньги вкладывать, усилия, что-то еще, это и есть ответственность. То есть если я этого не буду делать, я не буду здесь. Кришна найдет кого-нибудь. У Кришны нет недостатка в энергиях. Но он хочет там сделать славу какую-то. Это ответственность. И то же самое касается, если мы семейные люди, то есть у нас семья, мы должны поддерживать ее, чтобы люди видели этот пример. Да. И люди сами начнут спрашивать тогда, как вы так, ничего себе живете. Как поделитесь, пожалуйста, опытом. Вот это ответственность. Помогать в миссии духовного учителя. Ничего другого у ученика не должно быть. Если у ученика в голове что-то другое, то Бхагавата называет его сепаратист. То есть есть Кришна, есть я. Или как Бхактивинода Тхакур говорит, есть 2 вида преданных. Один из преданных – это у кого Кришна в центре. Все остальное вокруг Кришны вертится.
Я, зарплата, жена, муж, там, дети, работа, все вокруг Кришны вертится. А есть преданные, для которых они в центре, а Кришна вокруг них вертится. Кришна, вареники, борщ, там, деньги. То есть Кришна один из элементов вот моего как бы удовлетворительного состояния здесь, в этом мире. То есть я прихожу на воскресную программу, мне улыбаются, все так чисто, никто не воняет, перегаром ни от кого, здорово. Вот мы вот 1 января здесь собрались, ни от кого перегаром не воняло на Бхагаватам. Люди спали, конечно, видно. Но они пришли, тем не менее, как-то вот. Ни от кого не пахло перегаром. Это приятно очень. А в метро я ехал, пахло. И там какие-то лужицы, там какие-то люди лежат. Там, друг друга поддерживают. Эти, знаете, треугольнички ходят. Друг на друга оперлись, поддерживают друг друга. Преданные водки такие. Все, мы стоим, мы стойки, падать нельзя. Это и есть ответственность. Исполнять указания гуру. Ученика не должно быть ничего другого. Тогда это хороший ученик. Тогда это ученик. Иначе Кришна или гуру – это один из элементов моего удовлетворения в этом мире. Бхакти Такур говорит интересную вещь, что с первым видом преданных, у которого Кришна в центре, даже если он еще есть мясо, благоприятно общаться. Со вторым видом преданных, даже если он уже ничего там не ест и так далее, неблагоприятно общаться. Потому что мы заразимся концепцией. То есть можно не есть мясо, быть счастливым в этом мире. Очень редко я слышу, что мы говорим о вегетарианстве как о чем-то, что приятно Богу. Как правило, когда мы говорим о вегетарианстве, мы говорим, ну вот, для здоровья хорошо и так далее. И проблема в том, что даже преданные так думают. Я вегетарианец, потому что здоровье. Я от преданных даже это слышу. Хотя преданный должен отвечать, почему ты вегетарианец? Потому что Кришне это нравится. Все. Прабхупада в одном месте сказал, мы не вегетарианцы, мы кришнаиты. Если Кришне нравилось мясо, мы бы ели мясо. Имейте это в виду. Мы не вегетарианцы, это коровы вегетарианцы, козы вегетарианцы там. Как в одной беседе сказал, мы не козы, мы не козлы, мы не коровы, мы кришнаиты. Просто Кришна такой хороший, что он не хочет, чтобы мы ели мясо. И пили водку. Тут, пожалуйста. По мнению к вопросу, как определить, у кого Кришна в центре, а у кого наоборот? Да само это проявится. Само проявится. Ищите не тех, у кого Кришна не в центре, а тех, у кого Кришна в центре. И с ними общайтесь просто. И у вас не будет времени искать недостатков. Ну просто как определить того человека, у кого Кришна в центре, а у кого нет? Вот. По образу жизни. Так вроде и у того, и у того. А, это означает, что должны быть преданные, с которыми у вас очень близкие отношения. А не просто вот, ну, формальные на воскресной программе «Харибол, Харибол». Должны быть преданные, какой-то круг свой, с которыми близкие отношения. В этом проблема. Нельзя понять вот, вот эти вещи, вот глубокую, если вы не общаетесь близко. В этом-то и вот задача наставничества вот этих вещей, чтобы было близкое общение. То есть наставник не должен быть каким-то, знаете, таким полубогом. Ну-ка вот, целуйте. Вот сюда жертвуйте. Хари Кришна, все хорошо. Нет, это какой-то старший, которого, ну, увидели его старший, да, может быть, как-то уполномочили, а потом общение с ними вы можете понять это так же. Угу. Не знаю, ответил, не ответил. Время покажет. Угу. То есть очень важно иметь реально близкое общение с преданными. Вот это проблема сейчас у преданных. То есть мы майвади. Мы не хотим близкого отношения. Харибол, харибол, там достаточно. Так это проблема не тех, у кого Кришна не в центре. Это наша личная проблема. Мы боимся гуру. Ой, гуру. Надаршана. Да я не знаю почему. Я все время это вижу. Очень редко люди приходят, гуру Махарадж, что мне делать? Не с проблемой, а что мне делать? Я все проблемы сам решу. Что мне для вас делать? Какое служение? Говорите. А очень редко. Я вот переводил даршины, очень редко это происходит. Прямо приходит гуру Махарадж, вот муж, вот жена, вот работа. И гуру Махарадж сидит тоже такой. Один, второй, третий, четвертый.
То есть можно без переводчика там все понимать, на самом деле. Иногда так сразу без перевода отвечают. Я даже не перевожу, он уже муж, жена уже слышит знакомые слова русские. Все понятно уже. Все. За вот мое время, как, пока я переводил даршин, да, для духовных учителей, может быть, один-два человека только. Вот, дайте, что делать для вас? Вот я вот пока вас не было, я делал вот это. Я ходил, я на Санкиртан, вот мы проводим на Махату, вот так-то и так-то. Что еще сделать? Такой очень деловой подход, гуру, знаете. Вот мы вместе, давайте, у вас тут миссия, я хочу помочь, пожалуйста. А проблемы я решу, это мои проблемы, моя карма. Вы здесь при чем вообще? А люди боятся это спрашивать. Я был, помню, на даршине, мы 1.5 часа гуру убеждал ученицу пить побольше воды. Ну, какие-то у него там прыщи были на лице, знаете, Марат говорит, тебе нужно, чтобы как-то вот, ну, выходили токсины, пей 2 литра воды в день. Ой, я не знаю, я не могу, 1.5 часа я переводил этот бред вообще этот. 1.5 часа. Я же думаю, Марат, выгоните просто этого человека и все. Однажды тоже меня позвали переводить телефонный разговор, знаете. Мне гуру давал телефон, потом я ему. Так вот. В конце концов, он сказал вот через 10 минут, я пошел, вот тебе телефон. И я еще 5 минут слышал эту всю речь, ну, хоть как-то вот потом сказать, что он уже ушел. Чтобы не на полусловии выключить. Не дослушал. То есть невозможно, там человек вот не давал вставить ничего. Ну, я просто положил телефон. И все. А что делать? Это проблема, мы майявади. Ну, в чем проблема? У нас мы ни с кем не хотим близких отношений. Да, с женой и с мужем не хотим близких отношений. Все, секс, пожалуйста, все остальное извините. Сейчас между мужчиной и женщиной секс – это как бы эталон близких отношений. Какая чушь вообще. Бред полный вообще. Но это важный принцип очень-то. И пока мы не будем именно строить близкие отношения, вот нормальные отношения, где есть горе, радость, как бы сопереживание, жертва какая-то и так далее, то ничего хорошего не будет. Мы будем задавать теоретические вопросы всегда. По отношению с преданными. А кто же старше? А неужели же он старше, если он не встает в 3 часа утра? Или еще что-то в таком духе. Ты-то сам посмотрим через 20 лет, когда будешь вставать вообще. Будешь ли? Вообще встать. Да. Может, тебя уже не будет где-нибудь. Ну, как-то так. То есть очень важно иметь эти личностные отношения. И пока их нет, ну, нам очень трудно будет практически применить эти вещи. В этом проблема вайшнава-санги. И то, что я вижу сейчас, оно очень заформализовано. Мы формальностями пытаемся оттолкнуть от себя близкие отношения. Но они должны быть. Иначе кто это слово замолвит, когда мы умирать будем? Только те, кому не безразличны. Те, для кого мы что-то сделали. Кто нас благословлять хочет из сердца. Ну, если так все формально, харибол, харибол, ну умер, ну харибол. Что-то он больше не приходит на программу. Ну, харибол. Ну, значит, неофит был. Время показало. Как однажды Прабхупада говорит, а где этот преданный? Он в мае Шрила Прабхупада. Почему? Ну, вот упал в мае. Я понял, что упал в мае. Из-за чего конкретно? Вы подумали вообще, как ему помочь дальше, чтобы другие не падали? Из-за чего конкретно он упал в мае? Я понял, что он в мае, раз он не приходит. Ну, он в мае, ну, бывает, харибол. Такие майявади, знаете. Поэтому в Кали-югу больше всего не семейных людей, не одиноких, да, вот, ну, не брамачари, не грехастха этих, как их называют, дамачари, да. Брахмастхи там как-то. Холостяки. И мужчины, и женщины, смотрите. Куча незамужных женщин, куча неженатых мужчин. Куча майявади. Если ты не женат, ну иди в храм, в вашем живи. Не хочешь в вашем, женись, все. Не, ну, не,
Ну тогда сознание Кришны – это теория. Вот такая проблема. Угу. Пожалуйста. На микрофон, это самое, на кнопку нажмите, что она погасла. Да, ну же там не горело как раз. Вы не на ту кнопку нажимаете. Выше кнопку. Сверху. Все, все, нажалось. Да. Хари Кришна, благодарю за лекцию. Спасибо. Вопрос такой. Скажите, как правильно... Можно еще горячей воды? Как правильно выражать почтение старшим горячей преданным, если ты в этот момент занимаешься, ну, служением? Можете им оставить на секундочку в разе почтения. А если это служение божествам или киртан? То же самое. То же самое. Когда гость приходит в храм, даже арати нужно прервать, говорится. Принять гость, пожалуйста, садитесь, у нас сейчас арати. Вот то-то и то-то делаем, и продолжать дальше. Не вижу никаких проблем. Ну да, вот, ну, Хари Кришна, рад видеть. И дальше занимайтесь. В чем проблема? Угу. А, давайте, раз у вас уже микрофон. Да. А скажите, пожалуйста, про замечания. Кто кому может делать замечания? Общий принцип таков, что замечание имеет смысл делать, если человек услышит. Хотите сделать замечание, поймите, в какой форме человек услышит замечание. У меня была такая ситуация. У нас храм был на квартире одно время. Я был пуджари. И президент храма все время меня мучил вообще. Все время. Обзывал как-то вообще. Ну, жутко как-то вообще. Что-то как-то унижал как-то вот. И я не мог ничего ему сказать. Потому что он говорил. Вставить было трудно. Он говорил и уходил сразу, убегал. Все. Вот такое вот. Насилие такое психологическое, что называется. Я взял листок бумаги, тогда интернета не было еще. Написал его руководителю, региональному секретарю. Через неделю, вечером, звонок телефона. А квартира, я как бы лежу в алтарной, там засыпаю. И через стенку, а там еще дверь такая между этими... как их комнатами, да, то есть очень хорошо было слышно. И я понял, что звонит этот региональный секретарь моему президенту. Я не знаю, что говорил региональный секретарь. Президент говорил, и в конце хорошо. На следующее утро ко мне подошел президент храма с кусочком тортика. Извини, пожалуйста, ну все-то как-то вот. Да ладно, без проблем. То есть я ему сделал замечание президенту храма. Но я выбрал такую форму, которая действенна была в этой ситуации. Понимаете, в чем смысл? Или я мог бы с ним ругаться, и все было бы только хуже. И когда приехал бы этот региональный секретарь к нам, мы бы оба были виноваты с президентом храма. Потому что мы испортили отношения в храме, атмосферу в храме, ругание. Но нужно было поступить правильно. И все спокойны. Президент не был унижен прилюдно тем, что младший с ним ругается. Вообще важный принцип очень. То есть его статус-кво сохранился, как старшего. Он получил не в унизительной форме для него, от старшего, не от младшего, какой-то урок. Наверняка тут еще какую-то философскую штучку туда вернул. Наш генеральный секретарь был очень хороший философ. Раджендра Кумар Прабху. Известен очень. То есть он мог дать как-то так очень квалифицированно эту вещь всю, гораздо лучше, чем я. Но реально наставление дал я. Не наставление, а замечание сделал я. Но просто выбрал правильную форму. Поэтому хотите дать какое-то наставление, замечание, поймите, какую форму нужно выбрать. Вот и все. Замечания могут делать все. Даже ученики учителю. Нужно правильно понять форму. Например, когда я только-только учился, ну, только-только начал духовную практику, и у нас были эти регулярные семинары по вайшнавскому этикету. Раз в неделю у нас была небольшая лекция по вайшнавскому этикету. И там очень важный принцип. Если два старших преданных занимаются праджалпой, что делать? Младший подходит и говорит, дорогие прабу, пожалуйста, расскажите, что такое праджалпа? Вы не даете наставления, вы спрашиваете. И они возвращаются в это сознание. Ух ты, правда, мы же, наверное, как-то... Или если старший с вами занимается праджалпой, вы говорите, я в торец бегаю.
И можете не возвращаться. То есть все могут делать какие-то, ну, замечания. Не так, что кто-то кому-то не имеет права делать замечания. Всегда вопрос в форме. Это как так же жена и муж, знаете. Если неправильная форма выбрана, никто не сможет сделать замечание ни мужу, ни жена мужу. Если выбрана правильная форма, все друг друга могут делать замечания. Все просто. Общий принцип замечаний. Сначала вы прославляете человека. Говорите, в чем он хорош, какой он замечательный. Но говорите правду. Потом делаете замечания. И потом снова прославляете. И тогда у вас враг не появляется. Но еще раз, замечания могут делать все. И всем. Весь вопрос в форме. То есть если вы думаете о том, чтобы сделать замечание кому-то, поймите, вот если в этой форме я сделаю, будет ли это иметь эффект? Если не будет иметь эффекта, если человек не услышит, то какой смысл вообще это делать? Зачем портить отношения? Лучше попросить кого-то, кто может произвести эффект. Подождать другую ситуацию немножко. Когда реально, ну вот, когда человек немножко подостынет, предположим. То есть всегда должен быть разум. Ответил? Да, еще. Угу. А глупость? Если вам говорят, какая вы хорошая, вы не развиваетесь, поймите. А говорят, показывает недостаток, вам есть куда развиваться, это ваш лучший друг. Обида – это не чувство даже. Даже психологи говорят, обида – это не чувство, не эмоция. Обида – это манипуляция просто. Я обиделся для того, чтобы от него что-то получить. Сейчас буду манипулировать. А, я так обиделся. А, сердце болит прямо у меня. Ай. На обиженных воду возят. Знаете, да, откуда эта поговорка пошла? По-моему, школа Сократа была такая, знаете, она была на горе, на каком-то холме. А колодец был внизу, естественно, но на холме трудно колодец выкопать. То есть придется всю гору прокапывать, весь этот холм. То есть обычно вот так вот не ходят эти источники. Колодец был внизу. И кто ходил за водой для всей братьи? Обиженный. Обиделся, пришел жаловаться. Вот тебе ведро, вперед. Обиженных было очень-очень мало вообще. Очень мало. Обида – это моя неспособность правильным образом построить, по большому счету, отношения. Так, чтобы все получили благо. Скажите спасибо и все, и дальше идите. И вы не доллар, чтобы всем нравиться. Даже террористам доллары нравятся. Даже террористам. Они Америку ненавидят, а доллары им нравятся. Они свою нефть за доллары продают. Не за свои там какие-нибудь драхмы, шекели эти все. С этим странным этим человеком, изображенным в чулме. Вот, кто это, не знаю. Но вот им доллары нужны с американскими сволочами-президентами. Франклины все эти там и так далее. Но вы не доллар. Вы не можете всем нравиться. Кому-то ваш нос не нравится просто. Что вот все, он родился с этим. Что-то вы ему сделали своим носом. Он не нравится. Или уши, что угодно. Так, я зря это сказал. Сейчас вы будете на нос смотреть все здесь. И это просто к слову. Просто у меня нос картошки, поэтому я нос все время прицепляю, упоминаю. Это я из-за своего носа. Там был вопрос, да? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, что делать со своим умом, который постоянно, ну, пытается как-то критиковать, находить недостатки? Я замечаю это, я стараюсь его усмирить, но у меня не всегда это получается. Что делать? А внимание не обращайте на него просто. И усмирять не надо. Просто мимо идите-то и все. Вот. Пройдет? А? Это пройдет? Ну, со временем пройдет, но не пройдет, что все равно не обращайте внимания. Это знаете как, вот есть водители, да, здесь? И если кто-нибудь из, тоже водитель, сядет с вами на сиденье пассажира. Что, вот мы с женой оба водители. Если она за рулем, а я пассажир, это ад для нее. Ты куда? А, стой, да давай, ты можешь, ты что? Да он мигает, давай. Или он же мигал, ты же зачем поехал? В таком духе.
И когда я за рулем, а она в пассажирском сиденье, у меня ад. То же самое все начинается. И что нужно ехать делать, чтобы доехать? Ничего, просто... Так же и с умом. Пока он не очистился, эта сволочь, так и будет все. Бхагавад-гита говорит, ум может быть другом и врагом. То есть, пока вы другом его не сделали, он так и будет гундеть. Просто привык, примите это. Ну, гундит, ну, бывает. Всеми гундит. Вышел на улицу, холодно. Снега не... Ну, зато как бы снег. Ну, что этот снег? Тепло, снег растаял. Ну, что это за зима, снега нет? Вообще, все время гундит. Питерцы этим летом гудели из-за жары, гундели. Из-за жары в Петербурге. Была жара такая, 20 градусов жара была. Жара это 35, при влажности 90%. Это Хабаровск. Это жара и башка. Ну, тучами этими. Вот это жара, тут не жара вообще. Все равно гундят все время. Кофту снимать пришлось, какая жара вообще. Какой ужас. Шапку одеть пришлось, какой ход жуткий вообще. Ум все время гундит. Просто не обращайте внимания на него. Это просто нужно, ну, иди, отстань. Все, успокойся. Это как с детьми тоже. Накупи, хочу. Ну и ладно, хочешь, ну бывает. Все. И ты раз 10 сказал нет, потом уже понял, что ну я даже говорить уже нет не буду. Уже все. Поэтому, ну, бывает ум так вот привязан, грязный еще. Можете затыкать, можете не обращать внимания. Важно, что вы делаете в Кали-югу. К счастью, в Кали-югу мысли не принимаются в расчет. Слышали, да, об этом? Это реальное облегчение. Если бы я получил тяжелую карму за всех, кому я завидую, может быть, уже не жил бы. Хорошо думаешь о преданном. Ну да, вот это да. То есть Кришна имеет право, видите, что угодно зачитывать. Но это вот хорошая новость. Важно, что вы делаете. Ум там гундит, а вы служите. Вот и все. Кому микрофон? Сюда микрофон надо. У вас был вопрос? Ну, я руку здесь первую. Ну, да, потом к вам, да. Пожалуйста. Она уже не светится. Хари Кришна, Веданта Крита Бабу. Спасибо большое вам за лекцию. Хотел затронуть вопрос оскорблений. Как должен поступить муж в сознании Кришны, если его жену оскорбили, Мададжи? Вот как ему вести себя в этой ситуации? Спасибо. Поддержите жену. Да нет, чушь это все. Не влезайте в женские разборки никогда. Никогда. Не вставайте между двумя женщинами никогда, кто бы это ни был. Мать с дочерью никогда не вступайте, поверьте мне. Это ад обеспечен вам. Никогда не влезайте, никогда не будьте третьим. Вам все две стороны будут бить морду тогда. Особенно женщины. У женщин потрясающее чувство какого-то, знаете, единства женского против мужчин. Извините. То есть, если они дерутся друг с другом, появляется мужик какой-то, они все вдвоем на него накидываются спокойно. Какое-то у них есть вот такая женская, как сказать, ну... Как солидарность. Или как? Солидарность, это называется, женская солидарность. Все мужики козлы, и их в лес вообще тут, ну, это как у нас с братом было, мы дрались все время, но когда кто-то извне начинал на одного из нас как бы наезжать, все, то есть мы вдвоем объединялись сразу, и он удивлялся очень сильно. Поэтому жену поддерживайте, пусть он даже называет черное белым, говорите, да это, конечно, белое, без проблем, все правильно, жену поддерживайте. Потому что вам с ней жить. Хотите саньясу принять, тогда не поддерживайте. Вас быстро отречению будут учить.
от хорошей еды и так далее, от чистой одежды, быстренько очень отключу, от глаженной чистой одежды. Вот. Но если хотите дальше быть женатым, ну, не лезьте туда, то есть в эти разборки, кто что сказал, обнимите, скажите, да нормально все, да, ну бывает, ты вообще молодец и так далее. Ей ничего другого не нужно на самом деле. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Не лезьте никогда среди женщин, никогда вообще. Вы все равно крайним останетесь, по определению. У женщины мужчина всегда крайний, по определению. То есть стоп, не будьте этим крайним. Пусть муж этой женщины будет крайним, которая оскорбила. Пусть он будет крайним. Если вот он влезет, радуйтесь. Нашли крайнего, все нормально. Но у женщин такая психология, они никогда не бывают крайними. Правильно? То есть никогда. То есть, если женщина крайняя, она все, она умирает, с ума сходит. Должен быть кто-то, за кто за все отвечает. Мужчина оскорбил. Тут от ситуации зависит. То есть вы должны защитить. Вам жену дали под защиту. Кришна дал эту преданную. Вы должны защитить. То есть зависит от ситуации. Иногда можно и, ну, как-то, как Остап Бендер. Знаете, за такое морду бьют. Иногда всякое бывает. Но если в обществе преданных произошло, как правило, нужно разобраться просто. Спокойно, вот, а что вы имели в виду и так далее. В идеале пусть у нее просто попросят прощения просто и все. Это идеальный вариант. Тот, кто оскорбил. Как правило, женщины оскорбляют неосознанно. Я, по крайней мере, хочу так думать. Неосознанно. Я сам это делаю иногда. Мне потом уже через жену доходит. Я не думал вообще в принципе. Что-то заумное сказал, просто человек обиделся. В принципе, если женщина что-то заумное говорит, она уже обижается. Потому что дуры меня считают. Ничего себе. Ты, наоборот, умную вещь сказала, ну, дуры меня считаете, что ли? Ничего себе. И все, обиделся человек. Мужчина никогда не обидится. А что ты имеешь в виду вообще? Что такое? Что за бред вообще? Как это так вот, ну, отреагирует? А женщина нет. Она сразу... Поэтому извинитесь просто, да и все. Можно через жену извиниться там, еще как-то. То есть война – это уже крайний вариант, когда уже ничего не работает. То есть война – это не для неудачников. Сначала нужно разобраться. Как правило, это все происходит. Если в обществе преданных взять, все это происходит как-то неосознанно. Просто из-за того, что две несовместимые природы встречаются, мужская и женская. В чем смысл вот этого разделения полов, да, ведийского? Потому что не встречались несовместимые природы, огонь и вода. Что если совмещается, шипение начинается. Взрывы там щелкают, все. Если не встречаются, если просто... Это у нас вот это вот. Уже убрали ее, да, эту? Есть, да, вы пересекли просто. Двойная сплошная. А если взять какой-то прям ведический храм, все там просто этот. Или мусульмане, например. У них просто заборы, все. Чтобы не смешивались на всякий случай. Потому что начнут мужики смеяться. Вот как они смешно кланяются. Или еще что-то. Это несовместимая природа мужская и женская. Несовместимы. Ну, что интересно. Даже в семейной жизни они несовместимы. Все друг друга не понимают до конца. Просто учатся сожительствовать, что называется. Не трогать какие-то вот вещи, где взрывы происходят. Угу. Да, что-то еще. Да, пожалуйста. Спасибо большое за лекцию. И хотела спросить, вот здесь вы напомнили о том, что между преданными должны быть близкие отношения. А вот... Ну, как бы понятно, что градация вот этой близости, она как бы, ну, разная. Там, допустим, хожу на бхакти-врикшу, тут вроде бы со всеми близкие отношения, но как бы вот именно друг, ну, подруга-подруга, это же, ну, как-то должно быть единица. Угу. Ну, как бы, подскажите, пожалуйста, как вот, скажем, укреплять вот эти дружеские отношения или вообще их как бы создавать? Если... Ну, опыт показывает, что лучше всего люди становятся друзьями, когда решают общие проблемы. Общее служение, общие проблемы. Лучше всего. Как бы собаку съели, да, вместе. Вот люди становятся, ну, люди, отношения крепчают тогда. Первый момент. Второй момент – это то, что в том же «Нектаре наставления» описывается в 4 стихе. Эти вот 6 способов. Давать подарки, принимать подарки и так далее. Примерно так.
Но мой опыт показывает, что должно быть вот именно совместное какое-то решение проблем, служение совместное, и тогда вот этот опыт доверия накапливается. Это важный принцип. И еще важный момент в том, что ну, не нужно ждать, что все будут прям друзьями. Один-два достаточно. С большинством преданных у нас всегда будут оставаться просто дружелюбные отношения. Культурные дружелюбные отношения. И это нормально. А с кем-то очень близкие. Ради кого-то вы в час ночи можете встать и куда-то побежать. Но, например, у меня вечером я выключаю звук телефона. Вибр остается. И мне звонят иногда там 10 часов вечера. И я смотрю, брать или не брать. От кого-то я просто не беру, а переворачиваюсь телефон. Потому что эти люди важнее, с кем я сейчас. Почему вдруг человек, которому в голову пришло позвонить им в 10 вечера, решил, что он должен быть важнее для меня, чем люди, с которыми со мной живут уже лет, ну не знаю, жена живет уже 20 лет со мной практически. Почему вдруг этот человек подумал, что я его важнее сделаю, чем вот этого человека? Отношения с этим человеком мне важнее гораздо. Потому что человек жизнь мне отдал просто. Но иногда мы действуем по-другому. Ой, мне звонят, подождите. Если я вижу, что кто-то ну, вот из хороших моих знакомых звонит, как не то, что нужных, да, а вот важных для меня, конечно, я возьму. В любое время. В час ночи, пожалуйста. Ну, это смотрит, что сумасшедший, что ли, в 10 часов? Да нет, конечно, звони завтра. Все. Кто звонил? Да никто не звонил. Неважно. Важно, вот очень важный принцип разделять. Есть друзья, есть приятели, есть там еще кто-то, ну и так далее. Да. Да. А, видите как? Вопрос такой, а сколько наставниц должно быть? Вот, ну как бы вот, если одна есть, можно ли еще иметь как бы? Или они уже будут не близкие наставницы? Не хватает? Шикшагуру может быть много, говорится. То есть наставник – это как бы более или менее роль шикшагуру, как я понимаю это. Их может быть много, факт. Но опасайтесь ситуации, когда вы начнете сталкивать этих наставниц лбами. Вот это опасно. То есть вам кто-то, знаете, как дети, ко мне ребенок подходит, можно я вот это? Я говорю, нет. Она бежит к маме. Мама разрешила, все, дочь она столкнула лбами. Поэтому разумные родители что говорят, когда вот подбегает к ним ребенок, можно и вот это, а что папа сказал? Вот это, папа, ты что сказал? Вот это двойная проверка. Потому что ребенок, ну, у него есть эта идея, папа, что папа сказал? У него, я могу все что угодно еще сказать. Папа разрешил. Но ребенок должен знать, что мама скажет, папа, ты что сказал? Вот у меня было так с дочерью. Пару раз и она обожглась об этом. Она поняла, что тут трудно уже манипулировать. Как-то, ну, придется правду говорить, что папа сказал. Видите, как. Это, тут нужно быть аккуратным. То есть, важна ваша культура здесь. Потому что иначе можно этих двух наставниц эксплуатировать. Трех, четырех. Иногда так бывает, что человек бегает от наставника к наставнику, пока не услышит то, что хочет. То есть, такая ситуация бывает. Здесь вопрос, насколько вы честны. Но иметь больше, чем одного шикша-гуру, как бы старшего преданного, это естественно, это нормально. Я не встречал запретов на это, на самом деле. Но все-таки наставник – это какой-то особый, да, роль человека. Может быть, все-таки, по крайней мере, если будет другой наставник, нужно с ним это обсудить. Вот с тем первым, что называется. Может, он не согласится. Может, он не захочет, чтобы убили лбами с другим человеком. Я бы вот, например, я тоже наставник, да, и я бы вот немножко напрягся. А зачем, почему, как? Ну, спрашивай, пожалуйста, без проблем. То есть тогда бы я общался с этим человеком просто на уровне, ну, мое мнение вот такое. Я бы глубоко в проблему не влезал. Просто мнение сказал, и все. Но это, я не думаю, что это уже наставничество. В каком-то таком глубоком смысле этого слова. Потому что мнение я кому угодно могу сказать. Но в этом случае я всегда буду думать, а что тот скажет. Как-то это вот немножко. То есть это требует определенной культуры от, и от наставников, и от наставляемых, да, чтобы это правильно все было реализовано. Мой опыт показывает что все-таки, что человек бегает от наставника к наставнику именно для того, чтобы тот подтвердил его идею какую-то.
его идеи. Поэтому мой опыт показывает, что наставники, как правило, этим не очень счастливы, если кто-то еще появляется. Не потому, что они теперь не одни, а потому, что вот у них опасность. Ответил? Окей. Да, что-то еще? Кнопочка. Она не должна гореть. Там две кнопочки, как говорится. Вот, Харибол. Две кнопочки. Разрыв реальности уже произошел. Это была одна кнопочка. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот у нас есть общение со старшими, с равными и младшими, и определенный баланс какой-то должен быть в этом. И мы должны осознанно как-то выстраивать этот баланс, или он вот естественно в нашей жизни выстраивается как-то? Естественно, осознанно должно быть. То есть вы должны понимать, что это естественно, иметь со всеми разные отношения. Только для идиота, естественно, иметь со всеми одинаковые отношения. Я имею в виду в количестве, то есть, мы должны думать, что вот я слишком много там общаюсь со старшими, хватает общения с равными, или там много с младшими. Ну, вы не сможете получить, например, от только младших, вы не сможете получить той же бхавы или того же настроения, того же опыта, как от равных и старших. Просто не сможете. И то же самое вы не сможете получить только от старших, то же настроение, как от общения с младшими и равными. То есть вы будете чего-то лишены. То есть у вас не будет какой-то объемности, да, опыта общения с преданными. Объемности не будет. Это опасно. Это означает, вы будете искать дополнительный объем где-то на стороне. Прабхупада сказал об этом однажды. Если у тебя нет друзей сознания Кришны, ты будешь искать их вне сознания Кришны. Все очень просто. Если у тебя нет праздника сознания Кришны, будешь искать праздники вне сознания Кришны. Все очень просто. Нет наслаждения сознания Кришны, будешь искать наслаждение вне сознания Кришны. Все очень просто. Поэтому если отношения с преданными не перекрывают какую-то потребность в отношениях, ты будешь искать ее в другом месте. Все очень просто. Это вот очень важно. Все три вида преданных должны быть. Одновременно. Одномоментно, что называется. Только тогда мы получим какой-то объемный опыт отношений. Если только со старшими общаемся, мы не сможем развить сострадание, способность прощать, что нужно, чтобы младших вести. То есть у младших проблем, он приходит, и вы видите, какая... Но вы должны вдохновить его. Да, ну бывает, ничего страшного, но надо. Старший к вам никогда не придет таким образом. Ну, я же дорогой ученик, что-то у меня проблемы. Ничего, Гуру Махарадж, прорвемся. Вы главное, давай, я вас верю, Гуру Махарадж, давайте. Я не видел такого ни разу. И то же самое вы не скажете Махараджу. Эй, Махарадж, что-то ты как-то сегодня лекцию затянул, конечно. Ну, это как с равными, знаете. Что-то там сморозил, конечно. Но нет, Махарадж, нет. Иногда мы ехали с кем-то из Махараджи на квартиру, где мы жили. Махарадж сказал, лекция хорошая была, дед. Как с равным пытался общаться. Не-не-не, нельзя на это попадаться. О, Махарадж, очень здорово, очень интересно. То есть всегда нужно помнить, потому что вы не сможете получить этот опыт. Проблема не в том, что вы должны это делать, проблема в том, что опыта не будет. Если только с младшими общаться, будет много проблем. Потому что не будет вот этот, вы не будете получать сверху ничего, сбоку и так далее. То есть в этом проблема. И есть, говорится, какой-то здоровый процент соотношения, да, 20-40 или что-то там, 20-20-60, что-то в таком духе, да, я слышал. Прабхупады нет этого, но тем не менее в этом есть здравое зерно, что с равными нужно общаться больше, чем с младшими однозначно. На самом деле общение с младшими очень часто, как однажды Госвами рассказал, что общение с учениками для гуру считается сатсангой, общение с материалистами приравнивается. Потому что они его возвеличивают. Как однажды сказал Хидананда Махараджа, на протяжении 20 лет я общался столько с людьми, которым интересны мои ноги. То есть стопы. Ваши лотосные стопы. Как будто нет ничего выше. Поэтому иногда одевал кепочку, знаете, и выходил просто к людям. Эй, Харибол, как дела? Ай.
И люди ему в лицо, что это простые вещи говорили, чего младший никогда не скажет, старшему, вот, ученики гуру. Поэтому я видел эти ситуации, когда человек концентрировался на общениях с младшими и падал со временем. Становился, загурушился, мы это называем. Загурушился человек, гуру стал. И он не замечает равных, потому что они хотят ему помочь, а он думает, они мне завидуют. И он, естественно, не общается со старшим, потому что, не дай бог, мои младшие увидят, что у меня есть старший. Вдруг они к нему перебегут. Такой страх начинается. И видите, все как бы начинает сворачиваться. Вся духовная энергия начинает сворачиваться. Поэтому разум заключается в том, что все три уровня преданных всегда есть. Самая большая проблема – это с равными и старшими. Самая большая проблема. Младших найти не так сложно. Вот все сидят, все младшие. Я же выше. Младших найти легче всего в сознании Кришны. Старших труднее. Равных практически невозможно. Вот друзей, прям, с которыми можно сотрудничать вместе, как-то мы вот, вместе решаем. Очень трудно. Это признак огромного разума найти равных. Огромного разума. Найти старших таких, знаете, как икону, да, на алтаре поставил. Ого, это легко. Раз в три дня он приезжает, раз на три дня в году он приезжает. И Харибол, Махарадж, Хари Кришна, все. Потом уезжают, слава тебе, Господи. Такие старшие, их легко найти. Легко принять, скажем так. Легко принять в свою жизнь. Потому что это не требует от меня никаких, ну, как на английском есть такое слово, commitment. Как это перевести? На вложение, да, скажем так. То есть это, поставить просто фотографию на алтарь, это не принять гуру, это не принять старшего. Это просто поставить фотографию на алтарь. Вот и все. С равными найти равных – это огромный, это признак огромного разума, если вы нашли равных друзей в сознании Кришны. Значит, вы очень разумный человек. Если видите только младших, все печально, все грустно. Ответил? Что-то еще, может быть? Вот туда микрофончик надо, назад. Нет, спасибо. Хари Кришна, Веданта Крит Прабху, скажите, пожалуйста, а как правильно развивать отношения с наставником? И насколько они, ну, должны быть близкие? Или как? То есть, объясните это. Ну, это от него также зависит. Насколько он близко хочет. Люди разные все. Насколько он близких отношений хочет. Как развивать? Ну, я не могу сказать за всех. И я не видел никогда какой-то вот, ну, шастры от Шилы Прабхупады, как с наставником развивать, которые могли бы использовать как программный документ общения с наставником. Это более или менее система сейчас развивается. Важно понять, что наставник – это не гуру какой-то, прям ему нужно в ноги кланяться все время и так далее. Хотя Рупа Гасвами пишет в «Нектаре наставления старшим» – можно кланяться. Прям можно. Имеете право. Как однажды к нам приехал саньяси один, я ему поклонился, он мне тоже в ответ поклонился. Я говорю, вы мне зачем кланяетесь? Имею право, ты же вайшнав. Так что принимай уже. Если я имею право, ты обязан принимать все. Все просто. То есть имеете право поклониться и так далее, но суть не в этом. Я вижу, что задача наставника заключается в том, чтобы способствовать духовному развитию человека, преданного в целом. А не занять какое-то положение в его жизни, какой-то пост, какое-то вот, ну, фиксированное какое-то вот место. Потому что, ну, преданный может поменять наставника. Здесь нечего обижаться. Бывает. Наставники тоже иногда бредовые советы могут давать. Я наставник, и мы обсуждаем между собой это. Иногда бред несут люди. Бывает. Бывает. Было бы хорошо, если бы отношения были честными изначально. То есть можно сказать, что вы ждете. Он может ответить, может ли он это дать. И вообще, видит ли он отношения таким образом. Как у меня, например, есть... Ну, спасибо большое. То есть вот опять же, если взять, ну, мой опыт, я наставник. Есть преданные, которые прям попросили быть их наставником, все.
Есть преданные, которые просто ходят на нашу встречу. Ничего не просили. И я всех воспринимаю по-разному в этом плане. То есть, если человек просто ходит, не просил, я не буду лезть в его жизнь. Что-то какой-то хмурый сегодня, расскажи. То он мне не просил об этом. То есть, кто-то другой это может сделать уже. То есть, не очень тактично. Если человек просил, прям тогда я влезу. Он просил об этом изначально. Ну, вот как-то так. Здесь важно понять, зачем вам это нужно, зачем нужно наставнику. Тогда вы сможете понять, как с ним строить отношения. Формально, неформально. Кто-то из наставников может думать, моя задача просто подвести его к инициации, чтобы он тест сдал. Все. Потом там гуру у него появляется, я уже не нужен, как бы, все, отстаньте от меня. Есть такое настроение? Пожалуйста. Или у кого-то, может быть, тоже у наставляемого такое отношение. Вы мне к инициации подготовьте, больше вы мне как-то, ну, я дальше пойду. Просто нужно озвучить это, и все. Как бы честно. Это как муж с женой, знаете. Нужно озвучить все вещи перед женитьбой, иначе потом начнутся ссоры. Вот это важный принцип. Еще раз, какого-то программного документа я пока не видел по наставничеству. Поэтому все более или менее вот сейчас идем по этому минному полю. Наставничество. И время от времени то ты взрываешься, то справа, то слева взрываются люди какие-то, наставники и наставляемые тоже. Была в свое время книжка «Нерожденные» с вами про наставничество, но это не программный документ для ИСККОН, более или менее. То есть это его мысли какие-то. Но вот опять же, программного документа нет, поэтому трудно сказать вот точно вот так, вот это наставник, вот это наставляемый. Ведь сейчас это более или менее такой вот процесс, ну, личностный, скажем так, от ситуации зависит. Но что было бы важно, это обсудить с наставником, что вы от него ждете. Вот. Ждете ли вы от него, что он будет вам деньги давать, или наоборот, может, он от вас ждет, что мы будем ему каждый месяц деньги давать какие-то. Я же наставник, ну, что такое-то. Или еще что-то такое. Дакшину потом подарите какой-нибудь. Или наоборот, ничего не ждет. Все нужно обсудить в идеале. Чтобы честны были отношения. Просто хочу, чтобы вы мне к инициации подготовили. И то он дальше решает, нужны вы ему или нет. Примерно так. Не знаю, ответил, не ответил. Что-то еще может быть. Окей. Так. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, а вот наставник, ну, в женском случае наставница, должна ли она, ну, может ли она объяснить логику шастр, то есть вот функция духовного учителя? Но если она понимает, то может. Женщины не дуры. То есть у женщин есть разум и так далее. Единственная причина, по которой в ведах иногда говорится, что женщины менее разумны, заключается в том, что женщины больше опираются на эмоции, чем на разум. Вот и все. Но в плане работы интеллекта женщины не тупее, не глупее. Прабхупада в одном письме вообще написал однажды, что сейчас я вижу, в Кали-Югу женщины умнее. Вот так он в одном письме написал. Особенно в Америке. А мужчины тупее. Я думаю, про Россию можно, ну, как бы, в какой-то степени надо это сказать. Женщины тоже могут опираться на логику шастр, пожалуйста, и наставницы. Более того, они должны это делать. То есть, почему бы и нет? Почему не должны это? Почему вот, почему такой вопрос возник? Должны и могут, и обязаны. Наоборот, если вам дают совет, не подтвержденный шастрами, вот это как раз большая проблема. Может быть эмоциональный совет, но пусть подтвержденный будет шастрами. Вот очень важный принцип. Вот матаджи иногда могут это делать. Кришночка мне сказал, еще что-то. Это бред. Сивой кобылы. Ничего Кришна тебе не говорил никогда. Если бы Кришна тебе что-то сказал, ты бы умер давно уже. Вот этой бабы, от этой вот от этого огня встречи с Кришной наконец-то. Вот тебе там Кришна подмигнул на алтаре. Есть хороший анекдот такой, да, или поговорка. Если вы с Богом разговариваете, это молитва. Если Бог с вами, это шизофрения. Наставницы не должны быть шизофрениками.
Вот это вот, вот эти вот, это русская какая-то идея, я не знаю, мы любим юродивых каких-то, не полусумасшедших, которые с Кришной разговаривают или еще что-то там, они какой-то канал, у них это все бред. Канал каналом. Пусть из Бхагавадгиты скажет, подтвердит. Если нет этого, означает канал непонятно откуда вообще-то. Мало ли какой канал вообще. Мне тоже звонит кто-нибудь, и я по-своему могу все это передать все равно. Хоть и канал. Это очень важно. Для женщин это очень важно. У мужчин не так это распространено. У женщин очень важно, особенно у одиноких. Одиноким женщинам хочется иметь кого-то в подчинении каком-то, вот, ну, как-то, чтобы мое от меня зависит. Вот, будьте аккуратны здесь очень. Вы имеете право спрашивать, откуда это взято. Имеете полное право. Вы обязаны это делать. Если тот совет, который вам дали, вам непонятен, что-то там не так, вы имеете полное право спросить, откуда вы это взяли. И старший обязан это объяснить. Если он скажет, я старший, поэтому ты должен меня слушать, это не старший. Царек. Это царек, это не старший. Извините, если я кого-то обидел сейчас, это неправильно. Ты старший именно потому, что ты можешь подтвердить это шастрами. Поэтому к тебе приходят, а не потому, что тебе дали погоны, и ты теперь, эй, вот я, все, ха-ха-ха. Я президент храма, а ты никто. И ты должен меня слушаться. А я царь горы. Нет, наставник должен, обязан подтвердить это шастрами. Если он не может это сделать, он может сказать, это мое мнение. Вот и все. А если он, ну, если это его мнение, он может подумать, зачем свое мнение высказывать? Он может спросить у своего старшего. И так вся система начинает работать. Будьте очень аккуратны, если даются советы не на основе священных писаний. Будьте очень аккуратны. Просите подтверждения. Вы имеете на это полное право. Когда я пришел в сознание Кришны, мне мой старший об этом сказал. Ты всегда имеешь полное право у кого угодно спросить, откуда это взяли. Я однажды к нам приехал Бхакти Бабава с вами, я задал, а откуда это? И все напряглись. О, бросил вызов. Вот это да, ничего себе, что такое, демон какой-то тут у нас. Но мне была очень интересная реакция Бхакти Бабава Махараджа. Не моргнув глазом. Так, вот это вот такая-то глава, такой-то стих. То есть, не обиделся. Он даже не воспринял это как что-то обидное. Наоборот, здорово, хорошо, как бы спросил, откуда это. Может, потом в лекции хочет использовать. Или еще как-то. Да. А иначе у нас получается, это как в Питере говорят, искон Пурана. Все что-то говорят. Мне недавно рассказали про тапочки в туалете. Что обязательно нужно иметь тапочки в туалете. То есть в туалет заходишь, нужно на тапочки вставать. А иначе все. Все осквернилось. Откуда этот бред? Кто-то же распространяет его. Кто-то же его распространяет, этот бред просто. Тапочки. И вот именно туалетные тапочки. Там туалеты у всех вот такие. То есть. И эти тапочки не двигаются никогда. Потому что там некуда двигаться. Ты просто встаешь на них и стоишь. Они давно уже, тысячу лет осквернены эти тапочки уже. Какая разница, непонятно вообще. Но нет, тапочки должны быть. А иначе, не рассказывай, я был вообще в шоке. Я полдня не мог от этого отойти. То есть, куда люди ум погружают вообще? Туалетные тапочки. Не, что в алтарь, как бы, санкиртаны, нет, туалетные тапочки. Надо купить обязательно. Кто-то же из старших это распространил однажды, на самом деле. Это же не просто так в голову приходит. Тот сказал. Нужно быть очень аккуратным, если вы старшие. Потому что младший имеет право спросить, откуда это вообще про тапочки. Может, это вообще не так важно. Ну, если есть, ну ладно, есть. Ну хорошо, а если нет, то ну, вроде я тоже преданный все-таки еще. Меня ну, как бы не за что пока выгонять из ускон, знаете, если нет тапочек в туалете. Будьте аккуратны. Женщины очень любят эти вещи. Мистическое что-то такое. О, тапочки, точно к Кришне придешь. Если нет тапочек, ну шансов нет. Все, шансов нет. Ешь баклажаны на картик. Тот же Санатана Госвами, по-моему, написал, да, что больные женщины, дети, старики вообще не обязаны даже и кадыши поститься. Не обязаны. Это для здоровых
сильных мужиков. Вот так примерно. Веды очень либеральны в какой-то степени, в каком-то смысле. Если ты не понимаешь, если ты понимаешь суть, то увидишь, что веды очень, ну, гибкие. Если непонятна суть, то там можно так вообще себя затюкать, шаг лево, шаг вправо, побег, расстрел там. Как там, прыжок на месте, да, это попытка что-то там улететь, да, провокация к побегу, да. Сознание Кришны превращается в такую вот, ну, тюрьму. Больные, беременные, дети, беременные, женщины. Мужчин пока не встречал. Мужчин пока не встречал беременных. Может, появится однажды, не знаю. В кино уже были. Имеется в виду люди, которые, ну, просто вот, они с ума сойдут иначе. Да ешь ради Бога, ну, что ж, умирать теперь, что ли? Последнее что-нибудь, может быть, пожалуйста. Окей. А, вот туда надо. Я услышу, наверное, скажу. Надо микрофон трансляции. Кнопочка. Я просто встречаюсь с преданными разных возрастов и наблюдаю, что по сравнению со мной, допустим, даже если молодые по возрасту и по инициации, они намного зрелее, чем я. Угу. Могу ли я считать их старшими? Внутри, да. Угу. Но внешне вы даете благословение. Ясно. Вы старше. Угу. Внешне. Это как Кришна и Кунти. Угу. Он ей кланялся, не она ему. И она знает, что он, Верховный Господь, давал благословение. Юдиштира делал то же самое. Кришна ему кланялся. А Юдиштира принимал. Таков этикет. А то неловко принимать какие-то... Нет, 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 это ради их блага. Так они очищаются. Как они будут прогрессировать? Уже почти не старше. И вы очищаетесь. Вы думаете, я принимаю незаслуженное уважение. Это очищает. Все нормально, все правильно. Все хорошо. Окей, Шрила Прабхупада Патита Павана Ки, Шрила Прабхупада Ки, Итай Гопи Мананди. Спасибо.